Посмотрим, с чего начнем тут. В общем, я вчера сыграл, да, сегодня одну еще сыграл. Тяжелая игра была, там драконы сильные, шестинага еле-еле победил. Там один целый вот драконы даже с энигмами были, но мне повезло. Вот, в общем, бишоп 5 дали мне сегодня. И еще там пофанился чуть-чуть на другом аккаунте, там две игры сыграл. Постараемся ладью апнуть, и там уже можно даже на ладьях с китайцами поиграть. Да, так все. Классико. Аксель, здравствуй. Сколько грузилось, Миш, не знаю, не обратил внимания, минут 7 точно, наверное, да? Пока тут все разговаривали, пока смотрели. Классико. Rampage God, здравствуй. Ну тут варами стартанем, там карточки нету. То есть можно и варами доигрывать. То есть карточка, когда есть опасника, Demon Hunter легкий. Может быть. А так видно будет. Бардар за двоечку. Можно собирать. Рампагер, здорово. Лоурен, здорово. О, рейд. О, рейд от Лоуренса. Здорово, Олег, спасибо за рейд. Уже поиграли. Арчи, здорово. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, Ферштейн, все быстренько. Я не знаю, левелапать, наверное, не буду. А Язека, здорово. Так, блин, там сложный ник. Всем привет, ребят. Ну я не буду через эту кнопку, через эту играть. Я не буду упарываться. Я, конечно, тут этот вар в цели подержу. Апнется один вар даже, любой, уже легче будет играть. Так. Так, чё, Олег, апнул ладью? Не апнул. Там как раз тут какие-то проблемы начались. А я тут под этот буду играть, под волт какой-нибудь. Молить кейси все равно так сделаю. Вар это чисто такое, типа план, типа заход. Заставит варами играть, сыграем, не заставится. Вот тут, ну тут понятно, вон как играют. Жаль, что Джаггер, конечно, не сыграл эту игру. Но в целом нормально. В целом так и должно было быть. А что здесь не успел сказать? Сан, здравствуй. Триггер сыграл, только калибровки начались, траблы. Да, вот траблы начались. Я только стрим запустил, то есть мне сказали, что траблы. А я до этого днем без стрима. Триггер сыграл хорошо. Без проблем все было. Сейчас посмотрим. Не спеша буду играть, смотреть, кто что делает. Даже сделаю. Бьют меня, кто бы что его убили, все. Понятно.
То есть можно играть так, так. Наверное, так. А еще бесплатный бан Family, это как не на топ-1, но я что-нибудь, наверное, соберу. А не знаю, что мы соберем. Так, тут предлагают мне два приста поставить. В принципе, я поставлю. Он не успеет, да, добить. Он успел. Вот, в принципе, так-то рыбка Малефик. Волт играем. Пара только, если бы у меня инстрик какой-то был бы, да. Играл бы. Так пока не хочу. Классико. Тоня, здравствуй. Черточка, здравствуй, Тонь. Да, здесь все хорошо. Устрик будет. Эмси. А, он момчик дал, да. Но с момчиком тоже, да, справится. Нормально. Больше крестов нету, можно поставить, наверное. Будет зафармить. Ну как раз успею. Даже бы этот не скастил. По идее, я должен успеть. Может и нет. Да, успел, нормально. Продавать не хочу ничего. Может и драться придется с два юнитами. Перебестатом нормальных где-то штука. Так, кто тут потанчить-то может? Два эльфа потанчить могут. Ладно. Так, ладно, это не успел. Там ладно. Так,
Вау, хилинг очень нормальный, в принципе, антимаг сильно очень. Нормально должно быть. Ну, антимаг вообще не честный. Поиграть. В принципе, тут все со всеми, блин, можно даже не снимать. А эра, сколько мы ждали? Минут 7 примерно, он говорит по 13 минут. Минут 7 ждали. Так, кого я этот отдаю? В тебя. Тебя, наверное. Сумов на 15-м, может быть и нет. В принципе, нормально. Банку антимага, да я там просто мискликнул, да. Не то, что мискликнул, а это поторопился просто. Справились нормально. Причем сейчас хп нормально в антимага дать, потому что у него не так много хп, зафокусить могут какие-то хантеры. Так, есть кому танишь. Тетенька. Так. Там пэка 80-80, вроде не дерутся никто. Здесь только дерутся. Мамочек. Кира есть, я не знаю, может и... Драконами можно сыграть. Я спешить не буду, спокойненько. То есть хумов так-то надо ставить, но у меня два алхимика. Крепко. Ладно, КБ опасненько. Антимаг нормально, то есть можно не спешить, просто все играем, сидим, чилим. Переделывать не буду, я хочу оставить пока что брейс. Что там интересно могло быть? А вроде нормально сойдет. Вообще можно, да, не спешить. 6 хумов это просто ну то есть нагло можно там в 6 хумах посидеть, пока такие перки. Но здесь правда дерутся сразу, но я думаю, что и так медленно, но верно все сделаем. Двоечки отнем.
Квадрокоптера нет никакого. Это рандомно. Палка тоже хороша. Шака как раз у меня есть, и алхимики, и киры легкие. Шаманов не видно, но может быть будут. Мистрик может сбить. И да. То есть Хумов, понятно, пользуется моментом. Вот очки. Классико. Рома, здравствуй. Здесь вроде и так дефно спокойно. Плюс 5, все хорошо получилось. Так, плюс 5 это получается. Сейчас мне нужно от алхимиков уже можно отказаться. Но и коров уже буду в баню тогда. Ну, да, наверное, так сделаю. Так и есть, то есть урены там есть. Можно и драконов играть с шаманами. Разнообразно можно сыграть. Здесь опасно очень. Смотрим. Хотел сюда прыгнуть, но ладно. Паск не промахивается по эльфам своей этой ультой. Паск молодец у меня. О, висп. Я на самом деле не пожалею. Я нас играю. Кого сюда добавляют обычно? Я так уже сбил стрику, новый набил. Может, еще раз собью, да? Еще раз собьем. Да.
Бездер, здорово, Антон. Новый сезон, да. Тебя же не видно было. Ты и старый не играл. Как дела у тебя? Форсить стихума не буду, может на следующий ход туда форсим. Крепко еще работает. Следующий ход. Дизрапторы открыли, это вообще супер удачно. Можно вицок с его закинуть спокойно. Ладно, пока не переделываю. Так, яйца нет, то я так возьму. А, надо было репку подождать, ну ладно. Я ошибся, конечно, сейчас. Такие расово не поставишь. Надо было рюкзак подождать, потом эту взять. Ну ладно, я ошибся, ничего страшного. Это мне не надо. Ну ошибся там, пока там 3 голды ошибся, ладно, бывает. Уже нормально. Нам можно взять. А, арка там есть. Нам можно взять, если с этими товренами. Или арка поставить. А так, что пока посмотрим. О, так хорошо, Калберон. Я дам, я просто банку дам из Раптора. Разберемся. Насчет этих кентавра-драконов. Ой, кентавра-шамана-драконов. Можно смотреть. Раптор скастил, пусть превращается. Тоже нормально должно быть. И хумара дистрика можно убрать. Десятый и так наберу, наверное, да? Верно, да. Ну да, это хотя бы купить не буду.
Посмотрю, кто меня пробивает. Вина гида надо поставить. Так, насколько хумы мне... У меня слабые. Достаточно слабые на самом деле. Один только сильный, да. Мне рубик нужен, чтобы это... Посмотрелось. Я раунд, пожалуй. Раунд так сыграю. А, Дезарт, кстати, молодец, банка и каз дает. Там превращается, в принципе, так и хочу, чтобы было. Две леги будут, а три шейкера будут. Так, Рики мне нужен. Мне нужен там Бара плюс этот Таурен. А йоу, Егор. Это Антон, короче, то, что не грузится, это вот сейчас момент такой. Сегодня днем нормально все было. Ну, он лука бывает. Алибарду возьму. Да, алибарда хорошо. Киров я не вижу здесь просто. То есть была бы манта, взял бы манту, а там тимагом поиграл бы. Думаю, алибарду нормально. А еще есть. Так, просто это. Так. Мало ли там 4 писта кто-то сыграет. Шмотка защищает. Не один этот нужен, один шейкер, чтобы вообще все хорошо было. Кубикам вообще можно не спешить, у меня далеко до этого. Литера Магнуса я поставлю вообще, вообще жирую. Либо так. Так, оставим. Попу надо поставить было. В целом нормально. Насчет дракона, шаманов, Джакира придет, там 10-й будет, может быть. С реки начнем подбирать уже.
4 секунды. Ничья, кстати. Ну, ладно. В принципе, ладно. Так. Что бы я добавил? Это нормально? Все хорошо. Это хочу, чтобы кастило. Два орка есть. Драконов далеко. Все нормально, тавронов нету. Можно не спешить. Арка нету, два этих. Устраивает. Вот это все устраивает, нормально. Правда, демон добавили три шамана сейчас. Что? Маг стоит, но это на самом деле вообще ерунда. Сейчас кастит, как-нибудь все равно скастим. Правильно. Можно подальше в следующий раз поставить. В планах против драконов просто либо 4 наги, либо хорошие шаманы с Рикимара. Все, то есть нагу ставим. Не, кентавры есть, кто может. Дума просто продать можно. 3 шамана, Сенгирор, 2-4-6 был. Да, да, Антон, все, все поменяли. Все поменяли. Сейчас 3 шамана и 6 шаманов есть. 6 шаманов, они играются... Еще интересно, шмотки, которые у тебя в шаманах были, они потом преобразуются так же, как шаман на 2 левела выше, и шмотки на 2 левела выше тоже преобразуются. Все, 3 шамана просто, чтобы они скастили, чтобы шаманы начали превращаться, они либо кастуют свой каст, который, либо активную шмотку юзают, чтобы превратиться. Шаманов переделали. Я беру один хп, оставлю. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо да. Туристо. Публика морали, Ферштейн. Все, быстренько. А что ей надо? Так, Сурви, здравствуй. Так, что я хотел сделать, я вообще забыл. Рикимару хотел подбирать. Вот, у меня есть вариант, либо сразу Атос дать Дизраптору, либо ждать, когда он скастит. Мне и то нравится, просто я... Классико. И то, и то спокойно может нравиться. Пока так подержал. Дум не нужен, реки надо брать. Реки надо брать. Ну что, драконы будут? Не будут. Наверное, уже не будут. Табурены хорошо сделали. То есть есть, ну да, еще просто лап доиграю. Рики уже можно подбирать. Куда? Смотреть. Так, если Элдер приходит, Рубик, да, нужен будет. Играем. Это сильно. Кто-то будет. Нет, это не будет, это урона прекрасно. Ну, с драконами надо сыграть грамотно, да? Так,
Не знаю. Может, два битвы, может, нет. Так, я хочу все равно этот взять, марш бестов. Хочу на шауде сидеть, хочу с шмотками, да, сыграть нормально. Покера брать я не буду. Там и так, да, выбить. О, Элдер появился, отлично. Нормально. Он прыгает, прыгает, у него там равнозначные эти слоты, поэтому... Мага это 3 сделаем, он, в принципе, уже не проигрывает игры. Классика. Так, в общем, у меня тут что-то лишнее. Перед урона делать, да. Я так могу сыграть. Классика. Да. Вот так, лёфнем, разберемся. Ритуалы нам дам. Перебога, два ор. Кентавры. Кентавров можно, кстати, на самом деле убрать. Классика. Ну, шмотки сейчас переделаю. Шмотки еще сделаю другие, нормально себе. И так должно, да, хватать, по идее.
наконец-то, да. Классико. Ребят, всем здорово. Сейчас я поиграю. Лошадь, уходи. Отвались. А? Лошадь, уходи, век воли не видать. Даже не знаю, что мне добавить. Как-то сейчас так раунд сыграем. БКБ может нормально кого-то быть. Потерпеть, чтобы что. Он и так справляется. Апперкот, да. МД3, имба, да, джим. Согласен. В любой билд играет. Так. Михаил, Ворон, Икс Драйв. Ребят, всем салам, здорово. Пятая игра тоже топ-1.